Приветствую. Хочу еще снять ролик один по банкам. Вот, по банкам на этот раз отечественного производства. Импортное замещение не дремлет. Импортозамещение у нас. Вот, люди пытаются, делают, изобретают. И у кого-то получается довольно качественное изделие. Смотрите, вот такое изделие отечественное от компании Airmaster. Вот. Был у них на производстве, смотрел, как оно делается, насколько это кропотливый труд. Поэтому ну, цену изделия не обсуждаю. Вот. Стоит она этих денег, не стоит, но, на мой взгляд, как бы, чтобы это изготовить, надо потратить очень много денег на материалы, на оборудование и довольно такой кропотливый труд. Смотрите, вся банка сделана из титана полностью. Титан поставляет очень известная компания, которая поставляет его для авиации. Обратите внимание, вес. Вес изделия 292 грамма. Вот. Штатная резьба 24 на 1,5. Это резьба, как на наших калашах. То есть, если переходник не вкручивать. Берем, например, переходник и можем поставить на 5/8 на 24. Вес переходника 22 грамма. То есть, примерно 310 грамм получается вес банки. Обратите внимание на ассортимент переходников. 13-1. 13-1 левая. Под АУК специально сделано. 14 левая для калаша, 14 правая, 15 правая, 16 правая, 18 правая. Дюймовая резьба, 1,2 на 20, 1,2 на 28, самая ходовая арочная резьба. 9,16 на 24, 5,8 на 24. Также можно изготовить еще другие резьбовые блоки, любые в зависимости от конфигурации винтовки. Соответственно, вкручиваем резьбовой блок, и у нас получается баночка под конкретный карабин, под конкретную резьбу. Вот. Резьбовые блоки тоже все титановые, поэтому такие легкие. Взвесим с резьбовым блоком 314 грамм. Вес банки в сборе. А вот эта банка модели «Циклон», она примечательна тем, что у нее есть перфорация на всех секциях. То есть она считается газоразгруженной. Также эта перфорация позволяет быстрее охлаждать газы. То есть газы отдают свою температуру банки, проходя через отверстие, через сито. Вот, перфорация, насколько я помню, там 0,5 мм диаметр перфорации. Ну, вот сейчас покажу несколько изделий. Так, вот это у нас калибр 223. Вот этот калибр тоже 223, два циклона. Вот, и новичок. Банка без перфорации для болтовых винтовок. То есть перфорации нет вообще. Калибр 30. На обоих банках. Он тоже подсменный резьбовые блоки, тоже целиком из титана. Без перфорации, вес банки, ну, условно такой же, 292 грамма. Вот, то есть баночка практически ничего не весит. Вот, диаметр меньше, чем у Ace Ultra. Вот, порядка, по-моему, там 39 мм. Вот, пробовали отстреливать, работает довольно эффективно. То есть вполне можно приобретать на как альтернативу импортным изделиям. Вот, цена банок без перфорации там порядка 38 тысяч, с перфорацией порядка 50 тысяч. Это цена уже с переходником под ваш карабин. Также можно дополнительные переходники приобретать любые. Вот, такое изделие. Ну, сейчас будем их активно тестировать, в первую очередь на аугах. Вот это самое такое долгожданный переходничок, который ждали специально под резьбу Штайер АУГ. 13-1 левая. Вот. Испытаем. По мере испытания тоже будем рассказывать про них. Вот. Выложу их в оружейной барахолке R15 Shop. Вот. В Telegram можно зайти. Там найти их в барахолке. Можно найти на сайте именно производителя Airmaster. Там приобрести. Ну, то есть уже ваш выбор, где покупать. И покупать или не покупать. Или заказывать импортную. Вот, на ваше усмотрение. Но рекомендую обратить внимание на данные изделия. Вот. Будут вопросы, задавайте мне в личку, вот, либо там в той же флудинке, в оружейной барахолке. Все, спасибо за внимание.